каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин поддержал заявку Тувы на включение в национальный проект «Демография» двух социальных объектов – домов-интернатов для инвалидов и ветеранов в селах Бурен Кахемского района и Хайыркан Улукхемского. О принятом решении сообщил глава республики, который ранее поднимал вопрос о строительстве интернатов на рабочей встрече с федеральным министром. Благодарен Максиму Анатольевичу за отзывчивость и вовлеченность в вопросы развития Тувы. Сегодня на совещании он подтвердил включение на 2020 год строительства новых зданий под Буренский психоневрологический дом-интернат и Хайрыканский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Проектная документация по данным объектам строительства находится на стадии разработки и будет готова в первом полугодии 2019 года. Новое здание Буренского психоневрологического интерната рассчитано на 200 человек. Проект Хайрыканского интерната предполагает 80 койко-мест с помещениями для медицинского и бытового обслуживания. Следует отметить, что социальные учреждения подобного типа в Туве не строились с 70-х годов прошлого века. Кроме интернатов в Бурене и Хайрыкане, в республике остается в общей сложности еще 9 социальных учреждений, здания которых изношены на 80% и признаны аварийными и ветхими. 25 января состоялось торжественное открытие нового административного здания пункта полиции «Кызыльский». Торжественное мероприятие началось с приветственного слова первого заместителя председателя правительства Тувы Шалбана Хапуя. Хотелось бы поздравить вас с тем, что мы получаем такое современное административное и деловое здание вашего межмуниципального отдела, пожелать дальнейших успехов в своей нелегкой деятельности. И еще раз от имени уже теперь и населения Республики Тува всех нас поздравить, что мы вот здесь участвуем в таком событии. Министр внутренних дел региона Александр Щур, поздравив личный состав с вводом нового объекта, подчеркнул, что вопросы материально-технического обеспечения в условиях несения службы сотрудниками находятся на особом контроле МВД России. Выражаю уверенность, что в дальнейшем профессионализм и добросовестное отношение к делу и, что немаловажно, созданные определенные условия позволят сотрудникам отдела успешно решать возложенные на них оперативно-служебные задачи. Выражаю слова благодарности и признательности всем тем, кто принимал участие в строительстве и оснащении нового здания. В завершении официальной церемонии открытия состоялось символическое разрезание красной ленточки, после которого все участники мероприятия прошли в здание отдела, где для них была проведена экскурсия. Богом, Богом. Спасибо. Новое административное здание межмуниципального отдела МВД России «Кызыльский» находится в поселке Каахем. Строительные работы велись в течение 5 месяцев, с сентября 2018 года. В двухэтажном здании общей площадью более 1100 квадратных метров расположены служебные кабинеты для сотрудников, зал оперативных совещаний, а также другие помещения. Безопасность сотрудников полиции и посетителей обеспечена современными электронными системами защиты, наблюдения и контроля доступа. Здание оборудовано спецсвязью, системой видеонаблюдения внутренних помещений и прилегающей территории. В преддверии народного праздника Шага во всех районах Тувы и в Кызыле прошел благотворительный флешмоб «Лепи добро» Нейралдын Манчызы. Дети, молодежь, взрослые, люди старшего поколения, в том числе представители землячеств и национальных диаспор, собрались в минувшие выходные, чтобы принять участие в благотворительном флешмобе. А благотворительное мероприятие потому, что в итоге все приготовленные пельмени после дегустации участниками флешмоба будут отправлены нуждающимся жителям. Во время мероприятия показали, как готовят свои пельмени представители разных народов России. Изюминкой такого кулинарного мероприятия может стать демонстрация какого-нибудь уникального рецепта. На всех площадках, где лепили добро, прошли видеосъемки и видеомосты между районами. Это значит, что в режиме реального времени пообщаться и показать кулинарное мастерство смогли жители даже далеких районов Тувы. Все видео будет сведено. В итоге должен получиться интересный и весьма познавательный фильм о первом кулинарном флешмобе в Туве. Проводилось мероприятие с целью популяризации событийного и гастрономического туризма в Туве, а также укрепления межнациональных связей в регионе. Лепи добро!
Расписание движения общественного транспорта в дни празднования Шага. Субидей, Южный, Автодор, Башня, Ангарский бульвар, Субидей. Движение от остановки Субидей начнется с 4 утра и продолжится до 8 часов. Маршрут будет следовать по направлениям: Памятник, Кадарчи, Башня, Агентство, Почта. От остановки Почта будут ездить 2 автобуса, также с 4 утра до 8. Следующий маршрут – Дом ветеранов Ленина, Титова, Почта, Дом ветеранов. Движение от остановки Дом ветеранов с 4 и до 8.00. Почта Гора Дагэ. Движение от остановки Почта начнется в 4 часа, а движение от Горы Дагэ в 4 часа 15 минут. Также будут организованы подвозы жителей, живущих в районе зверофермы, до Горы Дагэ. Для граждан, проживающих на Левобережье, в дачном обществе Кызылгортранс предоставляет один автобус, который будет курсировать с 1 по 9 остановки с 4 до 8 часов. Кроме того, 4 февраля, накануне празднования национального праздника Шага, время маршрутов номер 17, 6А будет продлено до 22 часов. С 28 января 2019 года за счет Фонда социального страхования России работодатели смогут возмещать расходы на санаторно-курортное лечение работников, которым осталось проработать до пенсии 5 и менее лет. Напомним, что соответствующие изменения внесены в правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными или опасными производственными факторами, утвержденные приказом Минтруда России. В случае направления дополнительных средств на санаторно-курортное лечение работников не ранее, чем за 5 лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, объем финансового обеспечения может быть увеличен до 30% сумм страховых взносов, начисленных за предшествующий календарный год. По общему правилу, максимальный объем финансового обеспечения составляет 20%. И о курсах валют. Доллар стоит 65 рублей 92 копейки, евро 74 рубля 63 копейки. Вятские мехобелка в вашем городе. Большой выбор шуб, рассрочка, низкие цены. С 28 января по 2 февраля. ЦУМ. Игорь Письменный, Наталья Громушкина, Денис Рожков, Константин Соловьев и Татьяна Абрамова в комедии «Притворство и любовь». 11 февраля в Национальном театре. Второго и 24 января в Кызыле прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии, состоявший из теоретического и практического туров. Региональный этап олимпиады проводился по разработанным центральными предметно-методическими комиссиями и заданиям, основанным на содержании образовательных программ основного, общего и среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей направленности для 9-11 классов. В региональном этапе участвовали 78 школьников. Из них 9-классники 29 человек, 10-классники 28 и 11-классники 21. Кроме школьников столичных школ, лицеев и гимназий участвовали ребята из Барунхемчика, Дзумхемчика, Мангунтайги, Авюра, Тереколя и Сутхоля и других районов. Ежегодно преподаватели и лаборанты кафедры биологии и экологии Тувинского госуниверситета активно сотрудничают с организаторами олимпиады, готовят оборудование, приборы, муляжи, химические растворы для проведения экспериментального тура. Российские борцы вольного стиля завоевали 4 золотые, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей во второй медальный день международного турнира «Иван Ярыгин», который проходил в Красноярске. Так, золотые медали завоевали Ахмед Чакаев, весовая категория до 65 кг, Ахмед Гаджимагомедов до 79 кг, Анзор Хизриев до 125 кг и Анжела Фоменко до 62 кг. Серебряные награды на счету начина кулера
Федора, Магомеда Рамзанова, Натальи Малышевой и других. После финального поединка между Ахмедом Чакаевым, представлявшим Чечню и Дагестан, и Начином Куларом произошел инцидент. В конце схватки тувинский спортсмен провел прием при счете 1-2. Тренеры Чакаева подали протест, который судьи удовлетворили и признали победителем Ахмеда. Недовольные болельщики кинули несколько бутылок с водой на борцовский ковер и в сторону судейских столиков. В результате инцидента никто не пострадал. Напомним, турнир имени двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта СССР Ивана Ярыгина, был учрежден в 1990 году. Первые соревнования прошли в Абакане, а с 1991 года местом проведения турнира стал Красноярск. С 1999 года турнир носит статус Гран-при. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России – от Камчатки до Калининграда. Продлевать срок займа можно бесконечно! «Отличные наличные» – удобные условия по займам. По республике переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Местами порывы 14 метров в секунду, местами до 15-20 метров в секунду. В Кызыле переменная облачность, небольшой снег. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 23, минус 25 градусов, днем минус 16, минус 18 градусов. На дорогах гололедица. Продлевать срок займа можно бесконечно! Отличные наличные. Удобные условия по займам.